Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И обязательно загляните в описание, нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 6 декабря. Отличная погода. В целом облачно. С утра шел дождь. А сейчас солнышко пробивается через дымку облаков. Море спокойное, относительно прозрачное становится. Такого приятного оттенка цвета Тиффани. Практически сливается с горизонтом. Море вот пробивается через высокие дымчатые облака. Спокойная погода, не жарко, самое главное, температура воздуха около 14 градусов. Отличная зимняя погода. Народ гуляет по набережной, сидит на море, наслаждается отдыхом. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!